Ударил односельчанина ножом в грудь и палкой по голове. В одном из сел Захарьевской ОТГ посреди улицы поссорились двое мужчин. 55-летний злоумышленник ударил односельчанина ножом в грудь. От полученных травм он скончался на месте. Конфликт возник из-за того, что накануне погибший якобы повредил забор соседа. Пока односельчане вызывали полицию и скорую, преступник пытался скрыть орудие преступления и свою окровавленную одежду. Сейчас подозреваемый в убийстве находится в изоляторе временного содержания. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз слідчі клопочуть перед судом про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування.